Гупэнергоресурс напоминает абонентам своевременно производить оплату за электроэнергию и платить просроченные задолженности и сообщает, что в отношении неплательщиков будут предприняты ряд мер. В частности, работники ведомства заранее предупреждают абонентов, отправляют уведомления с информацией, до какого числа необходимо погасить долг. Если по истечению этого времени человек не заплатит, ему отключают электроэнергию. Без света могут остаться те, у кого долг свыше 3000 рублей. Родимо говардер, бомбором бойдон, фала жужиоханта вейн бойдон шруна, хенджилек дар фекенен бойдон. Загам бойдон шу, ми не бум бофитчина, фала реал нато дегой, тигой мейта, ившен дар на бофитен бойдон. Даро мох овер бошен бойдон, модам овер, вожен бойдон, мезде, мезмен, дар гене дженевмен, модимо гене шорзену. Фала охан ситуация тута, уже чина хенджилек кенен бойдон, уду не посредственно кумкумма, уже кишен кенен бойдон, магистрам. Абонентов, долг которых превышает 10 тысяч рублей, работники энергоресурса обходят вместе с сотрудниками прокуратуры. Прокуратура, с шерам бомбира на форсмар болан бойдонч, на ройсен бойдонч, с хима уши хэшнтэй, с хэшнтэй, с хэшнтэй, с хэдэг ройсу их шоудэндар, прокуратура на хэскэн уши хэттогэдар. По словам Алана Хугаева, бывают случаи, когда они идут на уступки. Например, если у человека есть большая задолженность, то эту сумму можно выплатить поэтапно, поделить ее на несколько месяцев. В таком случае электроэнергию не отключат. Прежде чем идти отключать, мы харкасом бойдам на компьютер, там где уже информация есть, что одей мог фиде, вот моя фиде. Фаладжи на цельтах кане полностью, фаладжи зархой фиде. Удон вожем бойдам, фаладжи сохан так, ашер да гозай фалдар на бофидем бойдам. Они просто удон подлежат уже конкретно отключению. Вместе с работниками энергоресурса в рейдовых мероприятиях участвуют и правоохранительные органы. Вайм бойдо я их оттоха модам джис мадам. Генани ма лабур гадар канем бойдам, контролер там. Монтюр ма лабурем бойдам, не авожен, чхишан канем. Кроме частного сектора, Гупэнергоресурс проверит муниципальные дома. Далее они планируют провести рейдовые мероприятия в районах республики. Лена Газаева, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.